motherfucker. Ни хрена себе! Не-не-не-не-не-не. Вот так вот. Сдохни, говорю. Умри. Да вы гоните. Что творится? Охереть! Фок! О, черт! Так, значит, нам нужно всего лишь навсего добраться до автоприцепа. Сейчас будет жопа, я чую, будет жопа. Давай, давай, выпрыгни на меня, собака. Так, выпрыгни из воды на меня, давай. Я чувствую, там были пузыри. Вот сейчас что-то будет, смотрите. Нет, ничего не было. Выход, сейчас что-то будет. Давай. Нет, ничего нету. Выпрыгни откуда-нибудь. Но, не томи. Я чувствую напряженность. Огромную напряженность. Сейчас что-то будет. Сейчас из кустов откуда-то будет. Сейчас что-то будет. И снова, черт побери, нет. Так. Кстати, да, начинаешь привыкать уже к страху. А если раньше ты вот, ну, реально не знал, чего ожидать, как-то не было настроено на игру, можно было и кезнуть, малеха. Но сейчас вот как-то нормально. Уже не так сильно впечатляешься, уже как бы себя морально знаешь, что вот сейчас вот музычка там меняется или что-то еще делается, и все, сейчас будет этот момент, и уже так выдохнул, и все хорошо, сразу стало, так расслабился. Но вот такие ситуации. Что, в просак не попасть так? Соображалку сообразить не могу. Может, в окно надо? Батарейка. Так. Мотафак!